Футбольное поле стадиона «Металлург» едва вместило более 200 единиц коммунальной техники, которая будет обслуживать зимой территорию округа. Разнообразные тракторы, экскаваторы, погрузчики, средства малой механизации. Проверить оборудование приехала специальная комиссия с заместителем руководителя Главного управления содержания территории Московской области Никитой Анашкиным, главой муниципалитета Алексеем Спасским, а также руководителями профильных служб. Готовность на высоком уровне, техника представлена. Специально проводили проверку и заводили технические свойства техники, поэтому все работает, все нормально. Ожидаем хороших результатов. Самое крупное предприятие коммунальной отрасли округа МБУ «Благоустройство». Автопарк предприятия в этом году пополнили 11 единиц техники. Штат компании полностью укомплектован. Работает более 400 человек, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Водители 51, дворников 260, плюс 30, руководящий состав 290 наличие. Ну, не руководящий состав, а мастера. Мастера так, и... Да. Дворники, бригадиры, там, руководящий состав у нас 5 человек. 420 многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий обслуживает МУП УК ЖКХ. Сейчас уже начались поставки противогололедных реагентов. Контракт заключен на 250 тысяч тонн. Кроме того, расширен и перечень зимнего инвентаря. В этом году мы закупили лопаты 2-3 видов и металлические с наконечником, можете видеть. И вот лопаты облегченные, которые у меня в руках. Данные лопаты позволяют облегчить производительность труда, так как эта лопата легче и она более, у нее более большой захват по снегу. На смотре свою технику представили все управляющие компании округа, ресурсоснабжающие организации, аварийные службы. По мере того, как комиссия отсматривала оборудование, коммунальщики сразу уезжали на место службы. К началу зимы они готовы хоть сегодня. Увиденное сегодня вызывает, скажем так, сдержанный оптимизм, да, но и самое главное, что беспристрастные органы, которые надзирают над этим, они тоже выставили положительную оценку нашей готовности. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.